И вот, наконец... Реал с мячом. Первый тайм начался. Смотрим состав Манчестер Сити. В воротах Эдерсон. В защите Рубен Диас играет с Аканжи. Бернардо с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. И на острие атаки играет Эрлин Холланд. И смотрим на состав мадридского Реала. В воротах Тибо Куртуа. В защите Антонио Рудигер играет с Милитао. Федерико Вальверде играет с Джудом Беллингемом в центре полузащиты. Действительно, почему бы не сыграть в два нападающих? Так, извини, что прерываю. Отличная позиция, чтобы пробить. Счет открыт. Все-таки случился быстрый гол. Чем ответит соперник? Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Винисиус Джуниор с мячом. Отличный отбор мяча. Винисиус Джуниор. И бьет он. Штанга! Выбивает мяч игрок. Очень здорово соперник смотрится в атаке, но пока что есть проблема с завершением. Не попадают они в створ. Если Сити и дальше позволит им так играть, то разница в счете вырастет. Сами отдали мяч сопернику. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Как отлично он действует и выручает свою команду. Джуд Беллингхэм. И мяч переходит к другой команде. Фоден. Ман-Сити без мяча остается. Может Де Брюйне через пас сыграть. Эрлинг Холланд. Он блокирует опаснейший удар. За боковой оказывается мяч. Пасу немного не хватило точности. Шанс забить сейчас. Реал будет бить пенальти. Судья дает не только пенальти, но и желтую карточку. Все правильно. За такие нарушения можно и нужно наказывать фалившего игрока. О-хо! Вратарь потащил. Кайл Уоттер. И теряет мяч Сити. Винисиус Джуниор. Родриго. Здорово действует вратарь, справился с этим ударом. А мог получиться еще один гол, но в этот раз вратарь сыграл лучше. Камавинга. Антонио Рюдигер с мячом. Не проходит удар. Будет угловой, мяч ушел за лицевую. Для Реала это возможность создать еще один опасный момент и попробовать увеличить разницу в счете. Удар! И удар заблокирован. С мячом Фил Фоден. Ман-Сити без мяча остается. Родриго. Винисиус Джуниор. Родриго! Отличный блок. Бернардо Сильва. Грилиш с мячом. Эрлинг Холланд с мячом. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. И
это пенальти. Было нарушение в штрафной, по мнению судьи. Это отличная возможность отыграть отставание. И это пенальти плюс желтое, что вполне соответствует логике эпизода. Да, игрок, конечно, погорячился. И это гол с пенальти. Счет снова равный, 1-1. И теряет мяч Сити. Камавинга. Родриго. И это опасно может быть. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Кайл Уокер. Чисто сыгран. Федерико Вальверде. Он накручивает соперников одного за другим. Нет, не попадает он в створ. Да, там только вратарь был и больше никого. Может быть, все-таки не стоило бить на силу. Джуд Беллингем. Атака прервалась на подступах к штрафной. Игроки Манчестер Сити тащат мяч вперед. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Вальверде. Винисиус с мячом. Хороший пас отдает Винисиус. О, вот это стремление к победе. Манчестер Сити начинает с центра поля. Надо отвечать сопернику на пропущенный мяч. Судья дает свисток на перерыв. Продолжается наш матч. Впереди 45 минут второго тайма. С интересом смотрим за игрой Манчестер Сити и за тем, как эта команда будет атаковать. Даниэль Карвахаль. Ман-Сити без мяча остается. Бернардо. Как же вовремя он сыграл на перехвате. Родри. Милитао. Федерико Вальверде. Они снова с мячом. Пас перехвачен. Ман-Сити флангом атакуют. Никого там нет из соперников. Холланд. Что сделает Холланд? Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Пробил! Спокойно и уверенно сыграл голкипер. Чуамини. Эдер Милитао с мячом. Эдер Милитан. Орельен Чуамини. Мяч перехвачен. Очень вовремя эта атака могла получиться опасной. Бернардо Сильва. И вперед он идет. Бить надо и сравнивать счет. Мяч вратаря, никаких проблем. Родриго. Вальверде получает пас. Чистый отбор. Фоден. Есть кому в атаке помочь. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Если они будут играть быстро, то может получиться неплохая контратака. Винисиус, можно бить. Винисиус забивает. Все отлично он сделал сейчас.
3-1 счет. Результативный получается матч. Грилиш. Де Брюйне. Начинали они свою атаку, но потом потеряли мяч. Теперь надо снова обороняться. Можно отыграть один мяч. И как играет Тибо Куртуа сейчас. Невероятная реакция. Тащит он удар с очень близкого расстояния. На вынос играет защитник. Идут в атаку они. Атака прервана. Хороший перехват. Выгодной позиции игрок. Отличный блок. 20 минут осталось играть. Хорош он в отборе, будет аут. Кевин Де Брюйне. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Де Брюйне. Бернарду. Команда может развить контратаку. Ну, кто знает, чем бы закончилась эта контратака, если бы соперник не перехватил мяч вовремя. Здорово играет вратарь. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Скажем так, мы ждали большего от этого футболиста в сегодняшнем матче. Сегодня он почти незаметен. Практически нет ударов по воротам. И, конечно, от него мы ожидали сегодня больше. Отличное оборонительное действие. Мяч у Федерико Вальверде. Надо пробить. Эдерсон справляется с ударом. Опаснейший удар, но игрок встал на пути мяча. Он набрал хороший ход. Гол, если у кого-то были сомнения, что разницы в два гола им не хватит, теперь их точно не останется. Около 8 минут до конца основного времени. Мячом Фил Фоден. Хулиан Альварес. С ударом у него точно все хорошо. Пробил мощно, но немного не точно. Чуамини. Штрафной в пользу Реала. Замена в составе мадридского Реала. Федерико Вальверде. Дани Карвахаль. Орельен Чуамини. Винисиус мячом может пробить. Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Отличная работа с мячом. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали. Теперь надо бежать в оборону. И пробей! Чистый отбор, обошлось без фола. Командам осталось играть всего одну минуту. Маловато будет. Классный пас на ход верхом. Будет опасный момент. Увы, ничего интересного создать не удалось. Ну и все. Если сыграют футболисты Манчестер Сити лучше, то явно не сегодня. В этом матче они терпят поражение. Бывают и такие матчи, о которых... эфире. Всем привет! Мы начинаем нашу трансляцию, и очень скоро здесь начнется игра. Я Георгий Черданцев, и со мной здесь на комментаторской позиции Константин Генич. Встречи таких команд никого не оставят равнодушным. Все внимание на поле. Манчестер Сити сегодня играет против мадридского Реала. Отличная игра. Врата. Момент для удара. Манчестер Сити с первых минут выпустил на поле такой состав. В воротах Эдерсон. В защите Рубен Диас играет с Аканжи. Бернардо с первых минут играет в
центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. И на острие атаки играет Эрлинг Холланд. Сити угловой подаст. Выносит мяч защитник. Мяч все ближе к штрафной. Родри. Эрлинг Холланд. Очень опасный момент, но до ворот мяч не долетел. Гол! Забили быстро, и это отличный задел на всю игру. Джуд Беллингхэм. Винисиус с мячом. Родриго Эрнандес. Фоден. Не каждый фол надо свистеть. Правильно. И мадридский Реал продолжает атаку. Йошко Гвардиол. Попытка обострить игру. Атака прервалась на подступах к штрафной. Винисиус Джуниор с мячом. Оставляет мяч для навеса. И теряет мяч Сити. С мячом Джуд Беллингем. Он уверенно идет к воротам соперника. Надо забивать и сравнивать счет. Мяч у Джека Грилиша. Передача на Де Брюйне. Всего один перехват, зато какой. И на этом атака заканчивается. Здесь ничего опасного, мяч выбит. Холланд, что сделает Холланд? И со второй попытки голкипер спасает свою команду, не дал оформить дубль этому игроку. Похоже, сделал выводы из предыдущего момента. Почаще нужно играть в прессинге, сейчас это сработало. Вратарь забирает мяч. Минди. Джуд Беллингхэм. Атака не получилась, это потеря. Мяч у Федерико Вальверде. Фоден. Игроки Манчестер Сити тащат мяч вперед. Де Брюйне, решай! Ну как же Куртуа сейчас феноменально играет. Уже не миновать тут гол оказалось, но тащит этот удар вратарь. В центр штрафной подан мяч с углового. Хороший вынос, можно выдохнуть. Этот удар опасности не таил. Слишком уж далеко было до ворот. Здорово! Очень хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры мяч разминулся со створом ворот. Карвахаль. Даниэль Карвахаль. Отлично сыграно, может быть опасно. Отбивает мяч Эдерсон. Из этой атаки ничего не вышло. Играем дальше. Игроки Ман-Сити остаются без мяча. Потерял он мяч, но кому он достанется? Штрафной в пользу Реала. Эрлинг Холланд. Нужно набирать скорость. Мяч уже на чужой половине. Джуд Беллингхэм. Нет предупреждения, потому что это аут в исполнении мадридского Реала. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом.
До перерыва осталось несколько минут, и, скорее всего, Манчестер Сити выиграет первый тайм. Хотя преимущество составляет всего один мяч, его можно ликвидировать одним ударом. Они хорошо поработали в первой половине матча и выигрывают абсолютно по делу. Да, пока что забит всего один мяч, но впереди еще целый тайм. Он блокирует опаснейший удар. Здесь перехват чисто сработано. Грилиш. Он классно играет в прессинге, мяч перехвачен. Штрафной удар Манчестер Сити исполнил. Штрафной мяч подает. А дотянись до этой подачи кто-нибудь. Команда может развить контратаку. Не получилась эта контратака, потеряли они мяч. Атака ушла на фланг, там достаточно места. Есть навес в штрафную. Гол! Он еще раз использует свой момент и забивает во второй раз в этой игре. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. И на этом первая половина матча подходит к концу. Впереди небольшой перерыв. Свисток арбитра прозвучал, наш матч продолжается. Первый тайм наверняка вам понравился, но только если вы не болеете за Реал. Его отставание уже очень серьезно. Родриго получает мяч. Один гол отыграть можно! Вот так не из простых, но вратаря получилось с ним справиться. С мячом Джуд Беллингем. Ох, как пробил, немного точности не хватило. Выбивает он мяч, будет угловой. Навешивает с углового Де Брюйне. Молодец защитник, выносит мяч. Вратарь грамотно выбрал позицию, удар пришелся точно в него. Камавинга. Винисиус. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Кайл Уокер. Теперь мячом владеет Реал. Фоден. Кайл Уокер. Хороший контроль мяча, не так просто его отобрать. Угловой будет в пользу Сити. С углового подает Де Брюйне. Мяч покидает штрафную после углового. Мяч у соперника. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. И, к сожалению, мяч потерян. Есть адрес у этой передачи. Здорово принял пас, отметим и саму передачу. Этот гол означает, что осталось забить всего один, чтобы спасти эту игру. Времени остается немного, но они постараются. Йошко Гвардиол. И теряет мяч Сити. А вот это будет очень опасно. Вратарь в игре тащит этот удар. Идет в штрафную мяч. О-хо-хо! Мяч в воротах. Это получился один из самых красивых голов, что мы видели. Без мяча остается Реал. Манчестер Сити атакует, и мяч уже недалеко от штрафной площади соперника. И мяч переходит к сопернику. Я вынужден прервать игру и назначить штрафной. Смещается в центр. Не прошел удар. Можно выдыхать.
Эдуардо Камавинго получает пас. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Дебрюйне забивать нужно! Гол! В очередной раз они отправляют мяч в сетку ворот. Соперник ничего не может поделать. Карвахо. Чумини с мячом. 20 минут осталось играть. Эрлинг Холланд с мячом. Чуамини. Теряет мяч Реал. Ну и игра. Это очень на красную тянет. Бернардо Сильва. Эрлинг Холланд с мячом. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Бернардо. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Федерико Вальверде. Даниэль Карвахаль. Вальверде. С мячом Федерико Вальверде. Отличный удар накрыт. Какая самоотверженная игра. Снова спасает свою команду. Дебрюйне. Кайл Уокер. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Джуд Беллингхэм. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Отбивает мяч Куртуа. Удар от ворот. А могли с центра поля сейчас начинать. Антонио Рюдигер. Антонио Рюдигер. Игроки Манчестер Сити проводят активную концовку встречи. Они не хотят сбавлять темп, не хотят останавливаться. Команда хорошо подготовлена и демонстрирует это. Кажется, в этом матче они решили проверить, сколько смогут забить. Сейчас разница в счете катастрофична для соперников, но она вполне может увеличиться за оставшееся время. Кевин Де Брюйн. Де Брюйне! Какой сейв в исполнении Тибо Куртуа. В составе Реала замена. Интересно, как перестроится игра. Удар! И этот удар приходится точно в голкипера. Карвахо. Рюдигер. Компенсированное время 2 минуты. Это не так много, но кое-что можно успеть. Тибо Куртуа. Карвахаль. Орельен Чуамини. И на этом мы заканчиваем. Финальный свисток арбитра фиксирует победу Манчестера. На матче они вчистую переиграли соперника. Только посмотри на табло. Когда еще мы увидим такую разницу в счете?